Спонсор сегодняшнего показа – интернет-магазин GoodSteam, на котором вы можете приобрести лицензионные игры и игровые аккаунты по низким ценам. Ссылка на сайт в описании. Добрый день, дорогие друзья и зрители моего канала, с вами Макс, и вы смотрите обзор на Миппа. Итак, первый скилл героя – Earthbind, в простонародье – сетка. Миппа бросает сеть в указанную область, приковывая врагов к земле. Earthbind предотвращает уход в невидимость, телепортацию и прерывает используемые заклинания. Кулдаун по уровням соответственно 20, 16, 12, 8, расход маны 100 единиц. Второй скилл героя – Пуф. Используя таинственную энергию земли, Миппа может телепортироваться к другому Миппа после произнесения заклинания в течение 1,5 секунд, нанося урон как в точке отправки, так и в месте прибытия. Расход маны 80 единиц, кулдаун по уровням соответственно 12, 10, 8, 6. Урон на первом левеле 80, на втором 100, на третьем 120, на четвертом 140, радиус 375 единиц. Третий скилл героя – способность пассивная, которая называется Geostrike. Миппа наделяет свое оружие силой земли, нанося врагам урон с течением времени и замедляя их. Этот эффект складывается, если одну и ту же цель атакует несколько Миппа. Урон, соответственно, по уровням 7, 14, 21, 28, замедление по уровням 5, 10, 15, 20%. Ну и собственно ульта героя Дэвида Двестант. Миппа создает не идеальных полуавтономных клонов. Клоны способны получать и разделять золото и опыт, а также перенимают все способности Миппа. Клоны не способны использовать какие-либо сапоги, кроме тех, что носит оригинал, и получают только 30% от бонусных атрибутов оригинала. Если хоть один из клонов умрет, то умрут и все остальные Миппа на карте. Улучшается Саганим Скептер. Способность тоже пассивная, количество склонов по уровням соответственно 1, 2 и 3. Ну собственно по скиллбилду это все, встретимся в гайде. Второй скилл героя – Пуф. Пуф, 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 пуф. Второй скилл героя – Пуф. Второй скилл героя – Пуф. Пуф! Пуф, блядь! Ну кто название сочинял, а? Пуф! Второй скилл героя – Пуф. Что за хуйня-то, блядь?